Здравствуйте! В эфире программа «Зоопарк» и с вами я, Анастасия Новикова. Сегодня никаких милых и пушистых не будет. Большую часть нашей программы мы посвятим летающим, ползающим и пугающим половину населения Земли – насекомым. Насекомые – это класс беспозвоночных членистоногих животных, название которых происходит от глагола «сечь» – «насекать». Тело насекомых покрыто хитинизированной кутикулой, образующей экзоскелет, и состоит из трех отделов – головы, груди и брюшка. Во многих группах насекомых второй и третий сегменты груди несут по паре крыльев, ног – три пары, и они крепятся на грудном отделе. Размеры тела насекомых варьируются от 0,2 мм до 30 см и более. Необычайное разнообразие форм этого класса является их поразительной особенностью. Описано более 1 миллиона видов насекомых. Это делает их самым многочисленным классом животных, встречающихся на всех континентах, включая даже Антарктиду. Наш следующий сюжет мы посвятим насекомым, которые обитают в каждом доме. Рыжие, черные, летающие насекомые, которые по ночам считают себя полными хозяевами вселенной – тараканы. Положа руку на сердце, скажу, что этих усатых существ я очень боюсь, аж до дрожи. Поэтому даже не представляю, как смогла взять огромного шипящего мадагаскарского таракана в руки. Кто-то годами не может от них избавиться и травит всевозможными способами, но Руслан сделал их ручными домашними питомцами. У парня в квартире живут несколько видов тараканов. Мама выпросила себе на Новый год змею, я себе на день рождения игуану выпросил, скажем так. И понеслось. И понеслось, да, у нас, скажем так. А самих полностью у тараканов, которые вот остальные для себя, я их только вот буквально вот недавно заказал. Весной мне прислали знакомую, у которого мы змеи постоянно покупаем. Тараканов Руслан содержит в больших ведрах. Там умещаются все его любимцы. Лаберусы, мадагаскарские тараканы, архимандриты, мраморные. Ведра заводчик тараканов накрывает сеткой, а стенки этих импровизированных домиков покрывает вазелином. Даже любителю тараканов не хочется, чтобы эти существа разгуливали по дому. Ухаживать за хитрыми насекомыми Руслану было совершенно неведомо, но, как говорится, интернет в помощь. Там Руслан и узнал, как сделать так, чтобы тараканы жили в полном комфорте. Так как тараканы всеядны, то с кормом проблем не возникает. Тараканы съедят все то, что и Руслан на ужин – овощи, фрукты, сухари и даже мясо. Необычное увлечение парня в их семье воспринимается спокойно, ведь мама Руслана занимается разведением змей и ящериц. К слову сказать, тоже для души. У меня мама змеями занимается, я ящерицами. У мамы крысы, мыши, мол, пожалуйста. У меня тараканы, червяка, скажем так, кормят. Поэтому у нас как бы нормально это все. И все-таки иногда они убегают, признается Руслан, и находятся в самых неожиданных местах. Недавно вот уборку делали, вот эти большие тараканы, я их вот здесь буквально недели две назад пересаживал с ведра в ведро, возможно потерял пару тараканов, ну ладно. Да, вот такого таракана. Это называется потеряла. Мама одного на кухне нашла среди яблок, пыталась поймать, он убежал. А второго я нашел в закрытом мне шкафу наверху, когда уборку делал, у меня просто упал вниз таракан, я сам удивился. Как он туда попал? Зачем? Я их не боюсь, потому что смысла их бояться нету. Они все находятся в отдельных, каждый в своем ведре, так сказать, они закрыты. Да, бывает, иногда сбегут, полазят там по квартире. То найдешь на кухне, то найдешь еще где-то. Был, конечно, случай, что нашли в кровати, но, скорее всего, как-то случайно он туда забрел. Честно говоря, я очень боюсь тараканов. У меня, как только я их вижу, у меня трясутся руки. Вот вы можете это узреть. Но я готова перебороть свой страх. Надеюсь, они шипят, господи, они шипят. Пожалуйста, не надо. Я не хочу этого делать. Давай, Настя. Они шипят. Долго борясь со страхом, я все-таки взяла в руки таракана. Признаюсь, это было ужасно громко. Назад пути нет, да? Я же не прошу, я тут в бане. Челеса снимай. Thank you.
Неудобств с такими домашними питомцами Руслан почти не испытывает. Единственное «но» – мадагаскарские по ночам очень любят шипеть, хотя парень уже и привык. В планах парня продолжить свое хобби и пополнить коллекцию тараканов новыми видами. Говорят, что все в живой природе создано для баланса. Для чего в природе тараканы, я понять, увы, так и не смогла. Но если они есть, значит, это кому-то да нужно. И не всегда можно догадаться, что перед тобой таракан, настолько они бывают необычными. Первое место в рейтинге необычности по праву занимает мадагаскарский шипящий таракан. Он достигает длину 10 сантиметров. В природе этот усатый монстр живет 1-2 года. В искусственных условиях и при хорошем уходе возраст может достигать 5 лет. При испуге или необходимости защиты мадагаскарский таракан начинает шипеть. Так он и получил свое название. Гигантский роющий таракан обитает в австралийском штате Северный Квинсленд. Это самый большой и тяжелый из всех видов тараканов на Земле. Длина его тела может достигать 8 сантиметров, а вес до 30 грамм. Роющим его назвали потому, что он умеет рыть длинные и глубокие тоннели и является единственным тараканом, который может соорудить себе жилище под землей. Таракан-автомобильчик – выходец из Южной Америки, мечта истинного любителя насекомых. Светлая полоска идет вокруг всего черного тельца таракана, а у самцов есть еще и ярко-желтые пятнышки на передней спинке. Насекомое уж очень напоминает крошечное авто с горящими фарами. Шахматного таракана считают самым милым из представителей тараканьей армии. Он имеет черно-белую раскраску и может стрелять своих обидчиков жидкостью с редким запахом. Это служит таракану своеобразной защитой, так что не стоит с ним спорить. Таракан с устрашающим названием «Мертвая голова» получил свое название из-за изображения на передней спинке. Оно чем-то напоминает маску, которую надевают на Хэллоуин. На тараканах мы сегодня не остановимся. Странных насекомых в нашем мире и без тараканов предостаточно. Можно я закрою глаза, и вы сами посмотрите? Я уже просто не могу. Гигантский водяной клоп обитает в Японии и занесен в список видов, находящихся под угрозой вымирания. Они вырастают до 15 сантиметров и являются самыми кусающимися из всех видов насекомых. Его укус очень болезненный, так что любой, кто в районе обитания водяного жука нырнет под воду, рискует узнать это на себе. Жук Геркулес считается одним из самых крупных жуков на Земле. Длина тела самца достигает 16 сантиметров, а размах крыльев до 22. На голове самца находится большой рог с несколькими зубцами. На передней спинке находится второй большой рог, направленный вперед и несколько изогнутый к низу. Гигантское уэта – тяжелейшее насекомое в мире. Самки этого вида, достигая длины 8,5 сантиметров, могут весить до 71 грамма во время беременности. Обычно же они весят около 30 граммов. Внешне они чем-то напоминают большого коричневого кузнечика, но задние лапки увеличены и покрыты крупными шипами. Гигантский длинноногий кузнечик является самым крупным и хорошо замаскированным зеленым кузнечиком на планете. Их крылья иногда выглядят почти так же, как и листья, рельефные, с пятнами и даже с отверстиями. Несмотря на очень длинные лапы, этот кузнечик не может хорошо прыгать, а предпочитает медленно передвигаться. Мегапалочник Чаня достигает длину около 57 сантиметров. Классифицирован этот вид палочника был лишь в 2008 году. Было найдено всего несколько экземпляров данного вида, а образ его жизни абсолютно не изучен. Маленький крылатый крокодил – суринамская фонарница, ползущая по деревьям или сидящая на цветке, удивляет людей и настораживает хищников. Голова этого насекомого имеет необычную форму, напоминающую в профиль голову крокодила. Как оказалось, насекомые только выглядят неприветливыми и страшными. Многие из них приносят существенную пользу человечеству.
Первые в списке полезности для людей – пчелы. Главным достоинством пчел является вовсе не мед, который они производят. При всей бесспорности его пользы куда более важна для человека деятельность пчел по опылению растений. Без помощи этих насекомых-опылителей ни клевер, ни огурец, ни яблоня, ни вишня просто не давали бы хорошего урожая. Пауки поголовно хищники, питаются многими насекомыми, в том числе вредителями. Конечно, паутинные сети по углам не добавляют комфорта в доме, но некоторые умные хозяева даже расстеляют пауков, чтобы те в меру сил защищали домашнюю живность от кровососов. Так что пауки весьма полезные животные. Иногда. Невероятно, но факт, комары улучшают кровоснабжение тех частей тела, что не получают достаточного питания, когда мы трем укушенное место. А если верить китайской медицине, то комары прочищают тончайшие энергетические каналы. И если уж мы признали значение китайских медицинских практик и поверили в возможности иглотерапии, то надо и за комарами признать их величайший профессионализм. И все же масса людей находят насекомых чрезвычайно привлекательными. Хотя, как по мне, их красота запрятана очень глубоко. Для тех, кто все же ее нашел, инструкция по содержанию самых популярных насекомых в домашних условиях. Аквариум для тараканов лучше покупать пластиковый, из расчета 1 таракан 1 литр. Там ваши любимцы всегда будут под контролем и не смогут никуда убежать. Кормить их легче легкого, ведь тараканы всеядны. Хлеб, яблоки, бананы, тертая морковь, огурцы, отварная несоленая гречка, геркулесовая каша во всех видах. Они готовы съесть все, что едите вы сами. Для таракана, пожалуй, самое важное – это доступ к воде. Без воды или свежих фруктов они погибают. Идеальным вариантом будет специальная поилка, пропитанный водой материал типа поролона, тряпки или ваты. Чтобы он всегда был влажный, нужно его периодически смачивать. Подстилку можно использовать такую же, как и для грызунов. Опилки, бумага, камешки, глину с песком. Так как тараканы ночные насекомые, они не очень любят свет, поэтому им необходимо укрытие. Лучше всего подойдут цилиндрики из туалетной бумаги или бумажных полотенец. Можно использовать и коробки из-под яиц. Для начала вам понадобится пробирка, вода и вата. Далее необходимо приобрести оплодотворенную матку муравья. Ее нужно поместить в ту самую пробирку. В пробирку налить четверть воды и заткнуть этот водный отсек ватой. На этом этапе оставляем матку в покое до появления первых рабочих особей. Когда самка отложит несколько яиц и появится несколько партий рабочих, вашу импровизированную колыбельную необходимо переселить в специально оборудованное место для содержания муравьев – формикарий. Для начинающих лучше всего подойдет 60-литровый аквариум. Он должен быть наполовину заполнен грунтом. Лучше всего подходит для этих целей алебастер. В нем вы сами делаете ходы-лабиринты так, чтобы часть из них была видна в разрезе и удобно было наблюдать за ними. Едят муравьи мед, сахарный сироп, личинок, тараканов или сверчков. Для содержания богомолов подойдет небольшой контейнер. Независимо от используемого типа контейнера, в него надо положить ветки, чтобы насекомое могло на них ползать или висеть. Практически все богомолы хорошо поедают насекомых, которые размером самого богомола или даже больше. Молодые богомолы питаются тлей, мухами или тараканами. Большинство видов богомолов агрессивны друг к другу, и если их держать вместе, то они могут съесть друг друга, особенно если один богомол по размеру больше, чем остальные. Поэтому предпочтительнее заводить одну особь. Фуф, все, тараканов больше показывать мы не будем. Перейдем к новостям из жизни животных, и мы собрали их со всего света. Далее вы увидите выпущенных на волю тысяч скворцов, спасенных морских львят и необычную дружбу человека и медведя. Спецоперация в Перу. В этих клетках морские львята, и сегодня у них счастливый день. После месяцев реабилитации их выпустят на волю в их естественную среду обитания. Мы на островах Паламина выпускаем на волю 9 морских львов возрастом от 7 до 8 месяцев. Эти львята, выжившие в серии убийств вдоль побережья Лимы. Погибло около 70 самок, у всех были детеныши. Перед самой Лимой и к югу от города. По данным природозащитников, морских львиц убили местные рыбаки, отравили либо забили. Сиротами остались около 50 малышей. Многие из них погибли, поскольку были не в состоянии питаться самостоятельно.
30 удалось спасти неправительственной организации «Орка» при сотрудничестве с экологической полицией Перу. И вот треть уже готова вернуться в дикую природу. Эти львята долго восстанавливались, не менее 6 недель, чтобы иметь возможность выжить самостоятельно. Мы кормили их кусочками рыбы по специальной формуле, чтобы убедиться, что они смогут есть рыбу самостоятельно, а потом и рыбу в воде. Популяция морских львов продолжает уменьшаться. Причины – чрезмерный вылов рыбы, которой они питаются, а также опасность, исходящая от сетей и динамита, которые используют рыбаки. Нехватка пищи вынуждает животных подходить все ближе к местам, где живут люди. Там им также грозит опасность. Эксперты предрекают, что в ближайшие годы ситуация может стать еще хуже из-за уменьшения объемов биомассы в прибрежных районах и влияния изменения климата. Джим Ковальчик знает все о том, что такое крепкие медвежьи объятия. Этого 700-килограммового зверя зовут Джимбо. Всего медведей здесь 11. Они живут в приюте для животных в штате Нью-Йорк. Содержит приют Джим и его жена Сьюзен. Эти медведи счастливы. Если бы было не так, вы бы это увидели. И я бы этого не делал. Приют семейной пары принимает раненых и брошенных животных. Посторонних людей сюда не пускают, проект некоммерческий. Помимо медведей здесь лошади, олени и белки. Цель – возвращать их в дикую природу. Но этих медведей вернуть нельзя. Некоторые серьезно ранены, а некоторые уже слишком привыкли жить в неволе. Реабилитационных центров, подобных этому, в США немало. Но подход Джима привлек международное внимание. Мало кто позволяет себе взаимодействовать с хищниками так близко. Не нужно никаких надуманных претензий, вроде того, что они с людьми и прочее. Как вы видите, так все и есть. В то же время специалисты предупреждают, не пытайтесь повторить такое сами. Некоторые опасаются, что видео объятий Джима с медведями может сбить кого-то с толку. И создастся представление, что эти звери не опасны. Меня беспокоит это послание о том, что любое животное можно сделать домашним. Любое можно приручить. И что даже 700-килограммовый медведь может стать вашим другом. Джим же говорит, что самая большая проблема при общении с 23-летним Джимбо – следить, чтобы медведь на него случайно не улегся. Время нашей на этот раз необычной передачи заканчивается. Любите животных, да-да, и насекомых тоже, и смотрите нашу программу. С вами была Анастасия Новикова, до встречи. Мне кажется, или тут тараканы ходят?